Вечерочек, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. И сегодня у нас специально к Хэллоуину я решил снова попробовать поиграть в эту чертову страшную игру. Прошлое видео я там добавлю, вверху будет ссылочка на нее, и в описании тоже будет ссылочка, поэтому можешь пройти посмотреть, как в прошлый раз я очень сильно на ней страдал и орал. В этот раз, возможно, мы пройдем, но это, конечно, вообще вряд ли. Давай начинать. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Короче, я все пропустил, всю беготню от машины до этого места. Надо, короче, сразу заходить, сразу делать, сразу все искать, что нам нужно. Ой, блядь, не могу. Я, знаешь, я очень долго думал о том, что можно повторить. Но когда я пересматривал прошлую серию, я очень долго сомневался. Ну тут думаю, Хэллоуин, ёпта, ну чё бы не попробовать. Это нас закрыли, если чё. Я тебе говорю, действительно, если тебе интересно, а тебе интересно, ты посмотри про прошлые части. Это прошлую часть, я не хочу, чтобы их было много. Так, я слышал какие-то звуки. Я предлагаю сделать камеру от первого лица. А что значит turn speed? Было 5, если что. Слушай, да так поудобнее будет бегать от него. О, да так вообще отлично. О, это ж просто теперь обосраться. То он бежит на нее. И... Так, подожди, а что не так? Что за скорость поворота? Сейчас я соображу, погоди. 93, а если оставлю вот так? О, все ясно, ясно. Это нас убьет. Это нас убьет. Делаем максимально резко. 9. Во. Так, не висни. Посмотреть. Поиски продолжались. Два пропавших каперса. Так. Это мы все читали. Короче, ну просто тут все, короче, пропадают. Почему-то здесь все пропадают. Ключ. Синий ключ. Возьмите синий ключ. Взял синий ключ. Все. Блядь, синий ключ я взял. Просто не первый раз меня просили сыграть еще раз в нее. Я очень долго откладывал это, но все-таки решил, что раз просят, значит надо. Не знаю почему, но мне уже жутко. Бля, нет, слушай, наверное, от первого лица будет хуже. Блять, куда мне идти? Так, подожди, я что-то шаманю с настройками. Сейчас, секунду. Ага. Все, значит, с такими настройками будем играть, потому что хотя бы все видно. Так, тут ничего нету. Отсюда может прийти этот хрыч. Так, тут ничего нету. Выбегаем сразу. Нахуй. Нахуй. Я лучше буду с этими... с этой психоделикой играть. Когда все вот так вот... Ой, блядь, сука, да что ж ты страшно? Почему ты не бежишь? Я перепутал. Блядь, я кнопки перепутал. Сука, отстань, это ловушка, он меня убил сразу. Блять, я в страхе кнопки перепутал. Сука. Блять, ключ у меня остался? Остался. Все, я тебя не боюсь.
Я очень долго просто мучился с настройками. Я понял, что эти настройки для меня самый норм. Да, можно не лагать. Не лагай, пожалуйста. Блять, почему ты так лагаешь? У меня... Пришел, он пришел, я ничего не вижу. Блять. Ой, блять, куда бежать? Блять, он орёт. Блять, куда бежать? Ага, мы вернулись, блять, все. Все, мы вернулись, нормально. Фух, блять. Сучара потная, блядь. Я не знаю, как делать лучше. Шугар туннель. Ладно, пошли в шугар туннель. Вниз? Вот он ты! Я его слышал! Иди ты в пизду, блядь! Иди нахер, говорю! Отъебись от меня! Отъебись, сука! Ой, блядь, он меня догнал! О, сука! Что, убежал, блядь? Испугался, нахуй? Где ты? Я хожу? Что это было? Ой, девочка! Стоямба, блядь! Она исчезла. Так, не похуй, я сюда пришел. Три ключа. В смысле ты здесь? Я убегаю. Отстань от меня. Ловушка. Отстань от меня, пожалуйста. Пока я тут найти ничего не могу. Куда мы идем? Я уже не держу кнопочку. Я подумал, что так как-то будет побезопаснее. Хотя... вообще не факт. Так, это кромешная тьма. Это даже не увидишь, куда бежишь. То есть, если я сделаю себе первое лицо, я же ни хрена не увижу. Так. Так. Нет. Так играть нельзя. Нет. И еще раз нет. Это слишком стрёмно. У меня и так оно подвисает. Вообще вот так, ё-моё. Откуда? А я вниз. Тут внизу мы не были. Так. Он открылся. Я слышал. Открылся и бежит за мной, сука. И бежит. Я слышу, как он бежит. Я слышу его топотание. Нахуй иди, блядь, напугал, что это было? Что это за звуки конченые, блядь? Заебал орать. Дай мне поискать предметы. Ученыш. Записочка, нашел. Дай мне вещи поискать. А у нас еще зажать, по идее, может, да? Вот в таких вот местах. По идее, может. Так. Вот тут ничего не мерцает, не сверкает, ничего не вижу.
Понимаешь, даже не хочется медленно ходить, что-то изучать. Еще записка. Маленькая девочка. Мы хотим просто ее вернуть. Вилбур говорили, что-то там. Вилбур, Кристина играла рядом. Что-то с краем. С краем лагеря. Мы звали ее на ужин. Она... Ее, короче, нигде не было. Полиция смотрела. Короче, девочка пропала, я понял. Очень плохо. Неприятно. Бежит! Сука! Сука, я слышал! Я слышал! Блять, я слышал тебя! Падаль ебаная! Ху, не догонишь меня, не догонишь, блять! Ты меня больше не напугаешь, зараза, блять! Нахуй, завернул, блять! Завернул! Пидрильё! Пидрильё! Господи, у меня сейчас глаза вытекут от такой красоты! Я ничего не вижу. Веришь, нет? Ебать, что это, где я? О, в смысле? Это... Какого хера я ж по микрофону херанул? Отстань! Ловушка, кстати, здесь тоже. Это что? Ньюспейпер, дай... Иди ты нахер со своим ньюспейпером. Ключ где? Ключ, сука, где? Нашел один ключ, нужен второй ключ. Блять. Сука. Он навстречу мне бежит. Блять, она непроходимая. Это тупость, блять. Она просто стрёмная, да, пизденения. Блять. Куда бежать? Куда бежать, нахуй? Я бегу, не оглядываюсь. Ну это просто, ну это пиздец. Ну я не буду больше в нее играть никогда. Один раз, хватит. Вот, что это? Блять, у меня залипает клавиша, я в ахуе. Надо ее менять. Или почистить, да? Да. Вот туннели, нахуй не нужны эти туннели. Раз зашел, обосрался, все. Тупик, ёб твою мать. Ебать тупик. Он где-то рядом, сука, ходит. Я чувствую. Блять, не оборачивайся. Сука, о. Блять, вниз пойдем. А как отсюда выход-то потом найти? Воу. Записка. Так, оригинальное строение Sunshine Children Orpha. Чё? Орфанагия. Было построено Расселом Мортом, миллионером, инвестором, который что-то там, во Второй мировой, и позже комитет самоубийств после аллегашенов детей, абьюз внутри фасилити. Морт после... Чоп никогда про не защищал еще форт. Господи, я даже читать не могу нормально. Заброшенный после пожара в 75-м году. Порвано, видимо, дальше невозможно прочитать. Окей. И тут газета. Брэдден Милклос. После серии инцидентов Брэндон Томвилл был shoot down later, после месяца регулярного, то кого искали, тик, искали Тулис, Лэнд, у нас урок английского, блядь, пошел. Но некоторые резиденты говорят, что-то земные проклятия, после декадесов, миф огней и смертей, и мишапс, не знаю, что такое мишапс. Ебать. Так. Ну все. Тут нельзя задерживаться. Нигде нельзя задерживаться.
Главное правило. Просто ебошь, блять, куда глаза глядят. Нахуй, сюда. Слышу звук. Нахуй, я наверх. Прощай, друг. Прощай. Я наверх. Пока. Какие-то пошли помехи, блядь. Какие-то помехи у меня идут. Я вернулся вниз. К другу своему вернулся. Толчки. Блядь, у меня сейчас сердце остановится. Нахуй. Но он меня сейчас зажмет, блядь. Где выход нахер, а? А, блядь. Что это? Что-то лежит. Что это, блядь? Это Мишка, сука. Это Мишка. Блядь, у меня уже все. Чем я дольше бегу по этим узким пространствам, тем мне хуже становится. Блядь, где выход? Я реально паничку ловлю. Блядь. Не, понимаешь, вот бег... А, ну мы к нему домой пришли. Ну заебись. Ну вот и нахуй оно мне нужно. Давай, блядь. Он же меня там закроет и изнасилует. Ну, я знаю, что здесь, что за пиздец, блядь. Дверь закрылась за мной. Все, мы проебали. А дверь закрыта. This aren't dog cage. Здесь клетки для собак. В этих клетках люди. Да все, пиздец. Ждем. Ждем его прихода, блядь. Давай иди сюда. Я просто ничего не могу сделать. У меня сразу схватит. А мы можем прыгать вообще здесь? Нет, не можем. Старая пианино. Я никогда не училась, как играть в школе. Да, начни. Вот прямо сейчас сиди и играй. Я понемножечку учу английский, поэтому я немножко соображаю. Не шибко хорошо, как хотелось бы, но соображаю. Иди сюда, скотина. Я не буду тут ходить. Я знаю, что сейчас вылезешь, я тебя оббегу и сбегу отсюда. Вот он ты, блядь. Ха-ха-ха-ха. Дверь закрыта, блядь. Иди нахуй. Я тебе не дамся. Ебать, сколько мы так будем с тобой бегать, друг? Сколько? Сколько, ты мне скажи? Сколько? Я устал. Ой, блядь, зажал меня. Нахер я посмотрел, зажал меня у холодоса. В дверях. В дверях холодильника. Зажал меня, сука. А, вперед, вправо, влево. Ага, вот. Нет, я, конечно, все понимаю. Но этого я не понимаю. Он же... Ну, он подошел. Я стою далеко от тебя, все. Я далеко от тебя стою. Не подходи ко мне. Даже если ты будешь меня вот этой вот своей тычинкой пырять. Не, он сейчас подбежит. Это ложь, нахуй. Это ложь. Бе-бе-бе, я тебя не понимаю. Сними маску и говори нормально, блядь. Я зажался у стены. Ты меня не достанешь своей тыкалкой. Ты смеешься? Отпусти меня. Куда пошел? Он куда-то ушел. Он сейчас прибежит. С криками сейчас, как в прошлый раз, да? Вот он. Схуяли, у тебя такая рука длинная. И смерть в аду. Им-то что? А, она и вылетает, игра? Класс.
Я просто, знаешь, я просто вот до победного пытался сообразить, как все-таки она работает. Игра так и не вышла, она демка. То есть она в жизни, блядь, никогда уже не выйдет, я больше чем уверен. Но неужели как бы нет? Ну в чем демка, что ты по-любому умрешь? С одной стороны, да, типа, тут смысл-то игры простой. Найди три ключа и уйди. Я просто не пересматривал прошлую часть, потому что если бы я пересматривал, во что я играл, я бы сейчас этого вот не делал, что ты сейчас смотришь. Меня бы это остановило. Я специально не смотрел. Это было давно. Я уже все забыл. Не помню, сколько ключей там мы находили. Я вот, если ты смотришь, если ты прошлое видео посмотрел, напиши, сколько мы там ключей нашли. Чтобы я понимал, что почем вообще. Потому что мне кажется, что мы всегда находили только один ключ. И все. Возможно, два. У меня такое чувство, что третьего, ну, не дано. Ты его никогда в жизни, блядь, не найдешь. Никогда. А все почему? Да потому что это, блядь, демка, и ты в любом случае должен помереть. И больше всего, что меня раздражает, то, что ты не можешь, по сути, от него сбежать. То есть, если ты попадаешь в тот момент, где мы были, в его логове, скажем так, то все. Как бы выхода нет. Я думал в прошлый раз, что он меня сразу же схватил. И если я не попадусь ему на глаза, то есть вот так вот буду бегать вокруг, то все будет отлично. По итогу оказалось, что ну да, пошел я нахер. Бегали, он все равно собака поймал. Куда мы идем? Сука, ебаная клавиша, надо тобой заняться. Надо тобой заняться, достать и почистить. А я грешил на Tomb Raider, представляешь? И игра, блядь, вылетает. То самое смешное, игра вылетает. А я ничего сделать не могу, все. Сохранения нет. То есть видел, как мы в прошлый раз померли? И у нас сохранение. Ой, что-то там, что-то тут есть. Окей. Ну, ёпта, синий. Нашли. Открылось. На него бегу, блядь. У, сука, блядь, забодаю. У меня аж мурашки по коже идут. Так. Что ты визжишь, как свинья, блядь? Иди сюда. Свиноматка ёбаная, где ты? Где ты, падла? У, сука. Просто вот так ходить? Искать, что светится. С одной стороны, окей, это можно так делать. Это неплохо. Просто я могу поставить темноту. Полную, блядь, кромешную. Вот. Чтобы как с фонариками мы шли. Ну это же полная шляпа. Потому что и так не видно, куда бежать. От него еще не сбежишь. Он все равно, блядь, бежит. Как угорелый, блядь, посмотри на него. Он ебанутый. Хватит бегать за мной. Я уже орать не могу. Ну тупик, блядь. Все, у меня это, иммунитет. Пошел в пизду. Я вижу его. Возьмем. Сука. Он меня сейчас убьет. Ай, он меня убил. Ретри. То есть самый косяк получается, когда мы... Самый косяк... У меня же инвентарь есть? Есть. Ну... Самый косяк бывает тогда. То есть мы тут бессмертны получается. То есть пусть он нас рубит. А мы можем ключи собирать. Так. Вниз не пойду. Куда я пойду? Вот сюда я пойду.
прибежал, сука, за мной. Давай будем ходить. Искать, может, что-нибудь найдем. Залипательная у меня клавиша просто. Я думал, Tomb Raider говно. А это моя клавиша говно. Ай. Так, ну значит, все, мы его не боимся. Все, он нас зажмет, быстренько убьет и нормально. Ладно. Просто когда вот эти вот крики, вот эти визжания, от них мурашки просто по коже идут. Но от первого лица, конечно, намного удобнее играть. Намного. Так, короче, вроде у меня не сильно будет лагать запись. У меня просто на ноуте все идет отлично, все плавненько. Да, есть какие-то места, где может лагать. Но в целом все идет плавненько. Да, блять, откуда я пришел? Нахуй, блять. Обратно пришел. Тут я был. Да ебаный в рот. Ой, здравствуй. Так, в туннель. Да я не хочу в туннель, блять, я наверх хочу. Я в туннель не пойду. Туннель это сразу, до свидания. Шугар туннель. Бежит. Бежит, блядь. Думает, я его не слышу. Блядь. Ну понимаешь, он резко вот так делает. Ну нахуя? Да иди ты в пизду, блядь. Чё, ты охуел? Ой, блядь. Да... Ёбаная клавиша, хватит залипать. Блядь, да что ты будешь делать? Он тупо на меня нацелен, и все. Его даже, ну, не обмануть. Он бежит за мной. Ты испарился? Он испаряется. Им даже потом никуда не надо идти. Все, он исчез. Он исчез. Да прекрати идти. Все, вроде разблокировал клавишу. Блять, где подвал? У меня такое чувство, что мы находили два ключа. Один вот здесь, один в подвале. Но я не могу, блядь, выйти к подвалу. Так, я ищу, как выйти к подвалу. Бай, падла ты какая. Вот ты меня... блядь, не хочу, чтобы ты меня убивал. Не хочу. Я вот, ну не хочу. Я хочу еще побегать с тобой. Побегать с тобой хочу. Ага, бежи за мной. Бежи за мной. Бежит. 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 А я не могу назад бежать, что ли? Что за бред? А назад... Она задом не бегает. Я хотел задом от него бежать. Ну все, ты меня не пугаешь больше. Вот я бегу. Развернулся и хочу бежать. Но он нас тогда гонит, конечно, да. Самое неприятное, это вот эти вот звуки. Вот его звуки, это просто, ну, мразотность. Ну все ради Хэллоуина. Все ради Хэллоуина. И то чисто потому, что ты просил. Только поэтому я вот эту чепушню играю, блядь. Чисто ради... Это все ради тебя. И ради Хэллоуина. Где подвал? Ты ебаный в рот. Я не понял прикола. Что за светомузыка? Я не понял прикола, где подвал. Девочка какая-то появляется.
Эй, ладно, пизду. Где туннель? Ебошь он в туннель, не могу найти проход. Пошли ловить паничку, все. Он еще и там... Там, блядь, переход из сцены в сцену? Я даже торопиться не буду, блядь. Пойдем. Клавиша залипла. Идем, куда идем. Залипай дальше, клавиша. Пошли. Не будем никуда торопиться. О! Вот здесь должен быть ключик. Но здесь ключика нет. А, прикинь, вот он ключ. А, нет, тоже. Что? Строительство было converted в Brandon Sawmill. Основа открытые 7 рабочих потеряли свои жизни. Сделали официальный звонок. Паттер, Нерли, криминал. Окей. Господи, как здесь много читать. Какой-то саботаж произошел. Снаряжение. Ропы и харнесы фейлуи. Somebody, кто-то сделал надрезки их ропс. Не знаю, что такое ропс. Сказал менеджер Боб Гиб. Просто через... Так мы бы, но достаточно их ясно. Ясно, что ничего не ясно. Где ключ? Вот тут, если он вдруг прибежит, мы отсюда выйдем. Как бы в теории мы можем выбежать. Но там дверь запирается. Там не прикольно, что так происходит. Класс. Вот это я понимаю, блять, лабиринты. Эй, блять, разбил. Да, ну, поебало мне дай. Шо уж терять? Бежит! Бежит, блять! Бежит за мной, сука! Он бежит за мной! Думал, я его не услышу. Иди ты нахуй, даже оборачиваться не буду. Нет! Нет, блять, нет! Ебать, ты меня напугал! Ах ты, сучий потрох, блядь! Иди ты нахуй! Я к тебе туда не приду! Пошел ты в пизду! Я знаю, что там ловушка! Бля! Вот сукин сын, блядь! Открылась дверь, слышал? Иди в пизду! Нахуй, вниз не пойду, теперь только вверх! Все равно мы тут ничего не найдем, блядь. Я вышел. Здорово. И что? И что? Блядь, куда идти? Че искать? Нихера себе, я выбежал оттуда. Но эта игра заставляет потеть, действительно. То есть я сижу, а у меня так-то ощущения неприятные. Опять туннель, да ёб твою мать. Куда нам идти? Вверх, неужели? Я вот сейчас возьму и такой применю, короче, смотри. Нужны ключи. Ебать, я думал, мы зашли куда-то. А я сейчас вот так сделаю. Оп. И такой использовать. Все, у меня два ключа. Я, знаешь, что думаю? То мы можем сходить в подвал. Пару раз охуеть. И умереть в катакомбах. Как тебе такой вариант? Потому что возьми, читать, я не вижу смысла это все читать, эти истории все, потому что от них толку нет. Толку от них нет, ничего тут не светится,
Ни хрена не видно. Этот пидор появится, начнет орать мне в уши. Мне уже стрёмно тут ходить. Ага, мы прошли кругаля. Окей. Тут относительно много проходов хотя бы. То есть мы как-то можем еще тут бегать, проходить, что-то как-то... Что-то как-то кого-то чего-то происходит, короче. Но эта тварь везде появляется, везде мешается, везде пугает. Ну нету нихуя, ну господи. Не лагай. Ты так сильно нагрелся. Ноут, ты заебал. Давай нормально работай. Все, обижали. Ничего нет. Пойдем. Отсюда. Нахер. Второго ключа нам найти, видимо, не дано. Ладно, пойдем вниз. Открылся. Я хуй повернусь, мне не нравятся эти звуки. Эти крики твои. Пошел ты нахер. Он бежит за мной. Иди ты нахуй. Иди ты в пень. Он не тормозит. Нахуй иди, я убежал, блядь. Иди ты в жопу. А он бежит за мной до сих пор. Он бежит за мной, ты видел, он появился, блядь, сука, иди нахуй. Бежит, тупик, блядь! Я пробежал! Блядь, тупик! Иди нахер! Бля, падла какая! Это наверх! Я не хочу наверх! Я не хочу наверх! Пришел, блядь! Сука! Давай еще походим. Может, здесь еще что-то было. Но это все. Это последняя смерть, если будет. Бежит. Бежит нахуй. Зажал, блядь. Да куда-нибудь беги, ты ебаная, блядь. Дурында, блядь. Двигайся нахуй. Хоть куда-нибудь. Что ж я упираюсь во все... Ой, блядь, иди ты нахер. Отъебись. Да не ори ты на меня нахуй. Здесь слов нету. Отстань от меня. Дай похожу спокойно. Заебись. Да, блядь, что ты так орешь-то, сука? Ну что ты, ну будешь делать? Ну ебаный. Я туда не пойду к тебе. Ну все, он нас просто кошмарит по-страшному. Это что за фигня? Отъебись. Да я наслажусь, блядь, катакомбами спокойно. Слышу, нахуй, там цокает. Ишь ты. Шел нахер. Мог бы он появляться, ну хотя бы без криков таких. От криков страшно, блядь. И что это? Блядь, короче, пошли на выход. Это не выход. И что это? Все тихо пока. Да мы тут были. А он сейчас появится. Чем мы дольше ходим, тем он быстрее появится. Мне вот так это кажется. Ах. Представляешь, так вот Хэллоуин отмечать? Пошел в квест-комнату, блядь. Они такие, слушай, иди в катакомбу. И бегает маньяк, это такой, да, блядь, кайф, хочу. Анки, ну давай, не стесняйся, заходи. Сюрприз, и он тут меня убьет. Пошел. Даже не попал, ебанат, сюрприз, блядь. Иди нахер. Сюрприз, вот тебе и сюрприз, блядь. Косорылая жопа. Косорылая жопа, блядь, тупик нахуй, ну все.
Но все равно эта жопа по мне попала. Получилось вот так. Это последний раз, когда я вот херню играю, больше я не буду. Но это бессмысленно, да, оно стрёмно, но бессмысленно. Если что-то есть еще наподобие такого, ты пиши. Посмотрим, когда-нибудь, возможно, сыграем. Когда там в разрезе ХСРа, в разрезе Tomb Raider, вот как сейчас это вышло, Хэллоуин, что-нибудь страшненькое, поиграли. Давно не играл, было стрёмно. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего.